Трудовые династии – это опора любого предприятия. Стабильность предприятия и страны зависит в том числе и от сохранения таких династий, а также возникновения новых. Ведь работники, связанные родственными узами, стараются не испортить наработанную репутацию семьи. Мой отец, Сагайдак Сергей, уже на протяжении 36 лет трудится на АО СГПО, помнит все взлеты и падения уже родного комбината. Сейчас работает водителем технологического автомобиля. Мама, Вера Владимировна, практически не уступает отцу в стаже. Трудится на предприятии 34 года. Сейчас работает распределителем работ. Я с недавних пор тоже решила работать в АО СГПО и с гордостью заявляю, что я являюсь частью трудовой династии.